кола. Не дотянуться. Что же делать? О, есть идея. Возьму хваталку хаги-ваги из картона. Похожую, как в автомате для доставания игрушек. Вот так отлично. А с вами Андрей на канале «Поделки-самоделки». Для игры хаги-ваги из картона понадобится деталь 8 на 17,7 сантиметров. Далее из нее же вырезаем вот такие прямоугольники, размеры на экране. Еще нужно проделать отверстие шилом. Переворачиваем и делаем надрезы по размерам, но при этом не прорезая картон насквозь. Снова переворачиваем и складываем по надрезам. Вырежем деталь из картона размером 8 на 1,5 сантиметра. И при помощи клея приклеим ее вот здесь. Теперь нам нужно нарезать из картона вот такие 6 деталей, из них 3 длиной 11 сантиметров и 3 9 сантиметров. Складываем сначала на длинный уголок 1 9-сантиметровый и сверху накрываем снова длинным. Уберем в сторону и теперь на 9-сантиметровый, то есть короткий, кладем длинный и сверху накрываем коротким. Как видите, один получился с выступом в середине, а во втором выемка на этом месте. Склеиваем каждую деталь по отдельности. Должен получиться вот такой механизм. Скруглим углы на обеих деталях. В соединении ровно по центру сделаем отверстие шилом или бамбуковой шпажкой насквозь. Теперь берем основную деталь и соединяем, как у меня, с клешнями хваталками. Вставляем бамбуковую зубочистку или шпажку. Лишнее обрезаем с обеих сторон. Фиксируем при помощи термоклея. Возьмем еще один прямоугольник из картона размером 4 на 12 сантиметров и кружок с отверстием по центру, а еще толстую нитку. Все должно двигаться без ограничений. Закрепляем веревку, как у меня, сначала в трех отверстиях на основном механизме. На этой детали проделываем 3 отверстия. И продеваем веревки во все 3. Веревку из крайних отверстий завязываем в узелок и прикрепляем на термоклей. Должно получиться вот так. Длина веревки примерно 10-12 сантиметров. Возьмем среднюю веревку и будем продевать ее вот здесь. Затем возьмем кружок с отверстием и проденем в него. Завяжем в узелок и приклеим. Обратите внимание, как должны быть расположены щупальца. Теперь одной рукой держа, второй тянем за среднюю веревку. Как видите, при этом картонные руки делают захват. Получается такой вот кран. Нарисуем голову хаги-ваги размером, чтобы он подходил на лицевую часть игры из картона. Сначала нарисую все контурным маркером. А пока я рисую, поставь лайк и подпишись на наш канал, если еще не подписан. Обязательно проверь, нажат ли у тебя колокольчик уведомлений. Зарисуем голову хаги-ваги синим цветом. Вырезаем и приклеим, как на видео. А еще приклеим желтые руки, вот здесь. Возьмем обычную скрепку и согнем ее под углом 90 градусов. Приклеим на внутреннюю часть руки на термоклей. Сделаем то же самое и со второй рукой. Ну вот и все. Наш игровой автомат хаги-ваги из картона готов. Давайте проверим его в действии. Подводим к банке с колой и тянем за среднюю веревку. Отлично, все работает. Наш хаги-ваги захватывает банку с колой и тянет к себе в логово, на фабрику игрушек. Вот такая игра-хваталка из картона у нас получилась. А с вами был Андрей на канале «Поделки-самоделки». До следующего видео, друзья. Всем пока!